Сотрудникам ОФСИН выпала честь присутствовать на торжественной церемонии вручения знамени Федеральной службы исполнения наказаний по КЧР. В церемонии приняли участие представители законодательной, исполнительной и судебной власти республики, а также сотрудники правоохранительных структур и представители духовенства. Председатель правительства Аслан Озов от имени главы региона Рашида Тимрезова поздравил присутствующих. Также он отметил, что знамя Федеральной службы исполнения наказаний является высочайшим символом служения Родине, доблести, чести, верности и долгу. Оно призвано напоминать всем сотрудникам службы о том, что главное в их работе – честно и добросовестно выполнять свои обязанности, стоять на страже законных интересов и прав наших граждан. Уверен, вы всегда будете преданы этой священной реликвии. Являясь примером профессионализма и ответственности, сделайте все возможное для умножения славы и боевых традиций службы. В торжественной обстановке во Дворце культуры города Черкесска начальник правового управления ФСИН России генерал-майор внутренней службы Леонид Климаков вручил знамя ФСИН России Покарачаево-Черкесской Республики и грамоту президента Российской Федерации, временно исполняющему обязанности начальника уголовно-исполнительной системы республики подполковнику внутренней службы Альберту Биджиеву. Знамя не только символ службы, но и его реликвия. Предмет особо почитаемый и оберегаемый. История России знает немало примеров того, как знамена вдохновляли на подвиги и был неизменным воинским атрибутом для каждого защитника Отечества. Это высокая честь для нас. Вручение знамени – это официальный символ службы, это реликвия. Мы постараемся с честью пронести оказанное нам высокое доверие по всей нашей службе. За немалый срок своего существования уголовно-исполнительная система Российской Федерации пережила немало перемен. Ведомство входило в состав различных министерств. Однако эти перемены никак не повлияли на важность и значимость работы и прежде всего на выполнение главных задач, а именно защиту интересов граждан, общества и государства, обеспечение законности и четкости исполнения судебных решений. После торжественной части все гости сделали памятный фотоснимок. Ислам Джукаев, Станислав Сушков, Архыз 24.